Всем привет, добро пожаловать на канал Dragaplay. Мы продолжаем играть в True Stalker. И нам нужно по заданию добраться до лагеря сталкеров после подземелья. В подземелье мы были вот здесь. Теперь нам нужно добраться до лагеря сталкеров. Опа! Осторожно, осторожно. Чуть было не было. Надо быть аккуратней. Заболтался. Лучше болтики кидать. Вот болтики кидаем и бежим спокойно. Так, спереди мы что-то уже видели. Где-то она есть. Так, где-то вот тут, да? Да. Где мы пройти тут можем? Тут не можем. Тут тоже не можем. Вот здесь можем. Отлично. Так, надо обязательно запомнить это место. А вот это, скорее всего, уже у нас есть лагерь, да? Кстати, мы прямо перед ними можем поворачивать. А вот и лагерь сталкеров. Приветствую тебя. Всякую фигню, история опять. Подойди-ка, у меня деловое предложение. Да-да, подойдем сейчас. Слушай, классная пушка нужна? Я на янтаре чей-то тайник вскрыл. Так там... Ну, короче, какая пушка? Давай смотрим. Где пушка-то? Давай, показывай. Или там фигня какая-то. Минус 1500 рубасов. Так, а тут наша же есть еще. Так, сюда мы скидываем все, что ненужное. Давайте части скинем, покамись. Артефакт тоже скинем. Гранаты нам не нужны в данный момент. Не нужны, потому что, в принципе, мы ими еще ни разу не пользовались. Так, аптечка. Тоже покамись не нужна, нам вполне вот таких хватает. И костюм скинем. Автоматы можно тоже скинуть. Все? Отлично все, да? Вроде да. Я не понял, а где пушка, которую нам подогнали? Тайник, а? Жрать как хочется. И почему тут никто так, не путеводитель. Не от клиентов, энциклопедия, от записи, диалоги. Я ему бабла, короче, закинул, а он мне нифига не отдал, да? Эй. Что-то устал я. Сталкер. Много времени прошло, а выложился уже. Как-то неумеха. Вставай давай, блин. Он же не будет вечно спать. Ну, так, задание. Поговорить с неумехой. Неумеха что-то знает насчет моего дела. Так, это вернуть. Это понятно, мы вернем. И потянуло же меня сюда. Это-то мы все вернем. Сейчас нам да, что делать? Поговорить с неумехой. Надо нам, скорее всего, лечь поспать. Чтобы завтра, ну, чтобы по утречку проснуться. А где мы тут можем прилечь-то? Место для сна, по идее, тут, да? Как попало, конечно, но ничего не сделаешь. Давайте-ка 7 утра. 7 утра-то, надеюсь, неумех уже проснется. Сейчас мы проснемся, а его-то и нету тут, да? Ну, все, проснулся. Потянуло же меня сюда. Чего хотел? Привет, ты неумеха? Мне сказали, что ты можешь помочь мне с одним вопросом. Я? Это что за вопрос? Я ищу тайник, вход в лабораторию X18. Бандиты, суки, сдирают бабло.
Встречаются невыгодно через них. Помнишь Васю, ну того, который я тебе тоже бесплатно не помогу. Ну и чё? Уж извини, сейчас да бесплатно. Блин, попал. Да блин, ну, этот попал, говорит справа чё? Бесит. Да ничего, сбылась у человека мечта. Отправляйтесь за артефактом к разлому. Где у нас тут разлом? Так, идем, значит, за артефактом. Нам нужно принести целый артефакт. Так, что у нас тут по весу? Ну, у нас есть в запасе 20 килограмм на крайняк. Так, все, побежали на выход тогда отсюда вам. А что сталкер-то тут стоит, охраняет? Думает, что нападут на нас? Или что? Ох ты, блин. Опять чуть не нарвался-то. Надо внимательней быть. Иди сюда. Готов. Готов. Давайте всех простреливаем. Почему бы и нет? Так он живой, что ли, постоянно встает? Получается. Или нет? Как это все происходит-то? А нам же туда идти надо. И по-другому, походу, никак, да? Давайте потихонечку идем. Ах ты, зараза, вот эти вот мелкие, это прям бесит. Мелочь пузатая, блин. Можем чем-то? Нет, не можем. А вот ты дальше не пойдешь за мной. Тут прямо у вас какая-то зона, куда нельзя ходить, походу. Запретная. Да-да-да. Солдат, солдат. Иди ко мне. Иди к нам, зайка. Да-да-да. Слышу тебя. А части какие мы с них можем брать? Никаких, да, походу? Так, как всегда, сохраниться-то забыли. Все, идем дальше. Ага, нам не сюда идти. Мы не в ту сторону пошли даже. Вот собак я не люблю. Они очень уж быстрые. Но хотя крысы это намного хуже. Я думаю, мы тут просто перепрыгнем. Не перепрыгнули. Так, а мы хотим опять пить. Мы хотим есть и хотим пить. Отлично. Я вот думаю, химзащиту надо было взять. Или нет? А вот не можем мы это ничего делать. Пистолетом этим. Так, куда нам еще там пройти надо? Серьезно, наверх? Взяли. Давайте следующий. Ох, а это не кровосос у нас там? Не-а. Это не кровосос. О.
И что нам делать? Что-то как-то подозрительно. Вот это все происходит, прям аж не могу. Куда нас хотят завести-то? Ну, по кругу туда-сюда бегаем. Догнать артефакт. А, мы его догнать не можем, я понял. Он нас все равно, мне кажется, куда-то завести хочет, блин. Через кушары уже пошли. Догнал, да? Да, отлично. Пасян. Но тут-то деться ему некуда. Давай. Ну давай, лови. Опасно, нифига себе, куда чья-то скелет. Интересно, кто это? И мы что-то можем ему сделать или нет? Вот это вот опасная штука, поэтому нам нужно вот тут сохраниться. Так, бой мы сохраняем. Драга. Один. Он у меня капец высушивает. Кстати. Блин, капец напрягает. Что мне сделать надо? Разобраться с нечистью. Вы погибли. Весело. Заново давайте. Как с ним разобраться-то? Кто в курсе? Кто что знает? Как у меня жизни уходят-то? Ай-яй-яй. Это прям... нереально. Что за фигня-то творится? У меня прям глюки жесткие впритом. Так, это что дает? Представить собой комплект антидота. Антидота, интересно, да? Больно, да? А мы еще и не так можем. Мы сейчас скушаем еще что-нибудь. Ох, как противно-то по ушам он дает-то, а? А? Прям неприятный тип. Максимально. Где он? Максимально меня убить хочет. Нельзя, короче, с ним рядом находиться вообще. В зоне надо быть внимательней. Понятно, понятно. Но нам один фиг нужен свалить отсюда как-то. Так, Дубмаль 50, да? Так, а я могу как-то, блин, сесть и быстро проскочить от него? Типа вот так вот. Я понимаю, прям вообще максимально из-за него плохо. Так, давайте возьмем мы, допустим, сейчас мы
Это еще выпиваем. Вот это максимально съедаем. Берем калашик наш и пошли работать по нему. Убили мы его или нет? Мы по нему вроде хорошо уже работаем. Где он там? Вон он. Максимально прям жестко надо с ним. Ах, он смотри, освобождается, зараза. Ну пошел вон. Он меня что, телепортировал? Ты че, козлина? Валим, валим. Я запутался, где он? Где он? Один. Срочно. Блин, смотрите, унижает опять. Прямо жестко унижает. Не знаю, что делать с ним, как убить. Да, какие же могут быть предложения? Что за фигня? Валим отсюда. Прям посильнее уходим. Ну их нафиг. Козлин этих. Так жестко. Все выпиваем прям. Надеюсь, я по нему стреляю. Или нифига не по нему. Походу не по нему. Не попадаю. Давай убежим-ка. Можем вот сюда встать, кстати. Давай дальше уходим. Убегаем, убегаем. Он что, меня типа везде находит или что? Как это работает? Он меня все время возвращает. Бесит. Максимально бесит. Где он? Где? Быстро лечимся. У меня еще и кровотечение теперь. Офигенно. Где он? Где он? Он каждый раз мне все ближе и ближе, да, подводит, получается. Где ты? Отходим, отходим. Thank you.
агрессии просто-напросто он меня уничтожает. Как это работает? Кто знает? Я хочу убежать прямо от него. Посильнее куда-нибудь. Он мне мозг уже, все. У меня мозг атрофированный. На тебе, блин, зараза. Блин, как это ужас. Это ужас просто. Дубль 58. Как его нам убивать-то? Так, давайте лечимся. Сейчас конкретно прям давайте отбежим. Всякие антирадины выпьем. Кровь остановим. Использовать. Да ты что будешь делать? Ты что, серьезно? Ты будешь меня вот так преследовать прям постоянно? Куда я могу дальше от него как-нибудь уйти могу? Так, давайте вот этот антирадин, там все выпьем еще вот так вот. Чтобы прям хорошо было нам. Кушаем все, использовать. Я не знаю, как от него убежать. Вы что, издеваетесь? За деревом же спрятался от тебя. Ты что делаешь, а? Засранец. Можно, короче, вот за эти бревна прятаться от него, и хорошо все получается. В принципе. Оп, спрятался. Не можешь ты меня трогать. Гад. Так, давайте калашик возьмем. Давай перезаряжай быстрее, пока он до нас не дошел. Он там застрял, да, походу у нас? Давайте дальше отодвинем, чтобы лучше попадать. Блин, вы представьте еще, на что я нарвался. Как назло. Так все хорошо шло. Тут бах теперь. Проблема такая. Как вот нам быть? Как? Как? Что нам делать? Так, вот давайте делаем F1, там опять все применяем. Прям по максимуму вот так вот и отходим. Где он? Просто сейчас будем вот за этой доской стоять. За лестницей.
будем по кругу от него еще бегать. Нам пофигу. Смотрите, вот это лучше, короче, кстати, убивает, чем другая. Так, а красный? Может, когда он в красном, его нужно чем-то другим бить? Мочить. Давайте калашиком попробуем в голову чисто. Чисто в голову стрелять. Может, проканаем. Хотя, по-моему, по ногам только работает эта тема. Отлично. Это мне плохо или что? Мне что-то надо выпить. Как мне быть? Что за фигня? Ну, походу, мы что-то маленько уже справились с ним. Дай бог, дай бог. Мы еще и сознание, да, теперь потеряли? Или мы теперь прям вот его, опа, и ловим? Все, поймали. Отлично. Ах, а нам как плохо. Нам охота и пить, и, блин, не знаю, что только неохота. Использовать. А что нам надо выпить, чтобы... Чтобы не хотеть пить? Пить-то жестко хочется нам. Так, давайте... Сохраняем по-быстрому. Все, и бежим прямо. Нам нужно добежать до нашего дома. До склада, вернее. До склада доберемся, там попьем хоть. Плохо, плохо нам, да? Смотрите-ка. Да отвалите от меня, вы чё, блин, достали? Кстати, мы к складу почти подошли уже. Так, вот тут у нас ничего не было вроде бы. Забегаем вот сюда и вот так наперекос бежим. Отлично, ну мы, главное, добрались до места. Так, радейка у нас, да, нас мучает. А у нас нету... У нас водки нету. Как мы без водки вообще двигаемся? Чё за фигня? Срочно ящик и пьем водку. Где мой ящик? Вот он. Так, отсюда закидываем водочки. Две. Да. Да, водочка есть. Водички берем мы. Подтвердить. Давайте сразу вот так вот. Опа! Навернули. Теперь водички, хопа, запили. И красота. Все, мы хорошо себя чувствуем, отлично все. Чувак, мы все принесли. Где так долго мотыляешься? Достал этот артефакт? Да, вот держу. Ух ты, необычный какой. Да все, все. Давай, говори дальше так. Без конца собачиться. Вот теперь, все. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. К вечеру ветер. Вопрос теперь такой на засыпку. Для чего нам надо? А что нам надо? Для чего нам нужно туда идти, в подземелье? Что-то найти? Главное, чтобы бандиты меня не спалили. А то получается, что... Ну, я их как будто кинул. Так. 5.56 на 45. Так, нам вот эти не нужны. Максимально, максимально, максимально скидываем все. Вот на винчестер бы нам. Так, коллиматор тоже нам не нужен. Это, не знаю, надо таскать, не надо. Она, в принципе, 0 килограмм весит, фигня. Давайте на пекалька возьмем. На пекаль нам все равно всегда все пригодится. Так, тушеночки наши. Нам нужна тушенка.
Давайте возьмем на всякий случай еще одну, чтобы, если что, обратно добежать. Тушеночки возьмем. Две. Фасольку возьмем одну. Если это фасолька, конечно. Все? Все, можно выдвигаться дальше. Идем в подземелье. А в подземелье нам для чего идти? Так, отправляемся к секретному входу. Может, нам нужно оттуда что-то вынести, что мы не знаем? Так, как всегда, обязательно сохраняемся. Так, тут у нас где-то есть. Мы, кстати, влетали уже в нее, по-моему. Вот она. Тут проходим нормально все. Так, по этой стороне у нас прям все нормально, да, вроде бы? Да. Все хорошо. Мы почти к секретному входу прошли уже. Ну, сейчас просто возьмем, так обойдем здание и все. Через бандитов не пойдем. А то бабла много отдаем мы им. Еще интересно, когда мы... Так, лаборатории, так, все понятно. Тоже вот, нужно было химзащитный костюм взять, мне кажется. Хорошо. Вроде бы все хорошо. Эй, сталкер, ты здесь? Бросай все и срочно возвращайся. Есть неотложное дело. Че, возвращаемся? Вот зараза. Нафиг я ему нужен, интересно. Вот не хотелось с бандитами связываться, но, ну, блин. Придется идти. Ничего не сделаешь. Надеюсь, они меня не спалили. А то еще начнут всякими вопросиками мучить. Привет. Наконец-то. Что случилось? Мы подумали насчет найденной тобой карты тайника свободы. Родился план. Как незаметно и без лишнего шума его чистить. В смысле обчистить? Так, а, это типа... Он еще предложит своего босса, да, короче? Пачка денег и аптечка. Так. Возвращаемся. Работа в бригаде. Трухлябу попросил забрать у ученого дурь. Сейчас не пропадешь? Свидимся. Не пропадешь, блин. Столько вместе двигались, а тут бы пропал. Нет, конечно, не пропаду. Так, сейчас забираем у ученого, получается, какую-то наркоту там для трухлявого. Так, а как вот туда пробраться-то, блин? Что-то тут все печально как-то, блин. Я не собираюсь это... Приветствую, сталкер. Привет, привет. Давай чем сделаем? Мне нужно какую-то фигню забрать у тебя. Отдай, пожалуйста. Все, выходим. До встречи. Отсюда. Давай, давай, пока. Не хочу больше тут встречаться. Мне тут не нравится. Тут зараза всякая... А-а-а! Мне нужно теперь пройти туда, вовнутрь. Это проблема целая. Блин,
Как мне туда пройти? Давайте по мостику попробуем. Или вот тут можно, да? Да, вот тут можем пройти. Смотрим. По этим, как там их. И шестерочку давай. Шестерочку и ложку. Ох, а мне-то плохо тут. Прям много всего я смотрю. Заразы всякой. Ох, блин. Так, а мы прошли. А я умер. Я же забрал его. Что мне тут надо сделать? Так, стопы. Задание. Подстава исчезнувший сталкер. А это у нас... Это же что-то мы найти должны. Чем могу быть полезен? Вот это я прошелся. Вот это мощно было. Так, мне теперь нужно, наверное, этот антиродин выпить, скорее всего. Вот я тебе принес, что там, а давай, держи. Теперь мы вместе общаемся или как? Тайник свободы. Тоже тайник свободы. И? Успехов. Давай, давай, тебе тоже успехов. Давай, 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 быстрее беги. У нас тут все плохо. Так, что у нас по заданькам? Так, вернуть артефакты, это понятно. Исчезновение сталкера, а теперь тайник свободы. Все, идем выполнять. А чтобы тайник свободы выполнить, нам надо... За дело. Нужно отправиться на базу бандитов и... подсыпать порошок в полевую кухню. Ага. Мы их хотим усыпить всех, походу. Я правильно понимаю? Ну, отлично, сейчас мы это все сделаем. Мы еще этих бандосов всех накажем. Они, короче, не на того нарвались. Мы не таких наказывали. А ну, болтика нам на похавай. Э, сталкера, ну-ка. Ой, сталкера, бандосы, разберитесь. Куда там в стены стреляешь-то? Ох, красота какая. Дождик. Так, нам нужна кухня, да? Полевая. Ну давай, без проблем. Пойдем на кухню. Что тут делаешь? Так я это, работаю на торговца со свалки. За посылкой пришел. Это я понял, а чего ты ошиваешься? Ходишь тут по всей базе. Пронюхал что-то? Да нет, нифига не пронюхал. Блин, ты чё такое-то? Не доверяешь, что ли? Я ж, блин, торгую с тобой. Прям забыл, блин. У тебя денег нифига нету. Тебе фиг чё продашь, блин. Бомж, блин. Ну, попить нам надо. Да, куда нам теперь идти? Нам идти нужно... Блин, обратно. Вот гоняют туда-сюда, туда-сюда.
Бесит уже бегать, блин, так. Ну ничего, двигаем прямо, потом налево. Хорошо, тут мало всяких аномалий, отбегать не надо. Тут их вообще нет, я больше скажу. Экшена, экшена надо больше. Так, это что у нас? Что за часть валяется? Не можем взять. Печально. А это что? Тоже не можем. Я думал, это части мутанта, которую продать можно. А, оказывается, нифига. Не части мутанта. Так, а стамины там нам не хватило. Лови, глобешник. Ну все, все, я подсыпал, все. Можем, короче, начинать. Так, взрывчатка получена. Так, взрывчатка получена. И куда мы идем? А, он куда-то пошел. Так, а мы будем ждать сигнал от трухляя. Я понял. Ну, пойдем пока по своим делам полазим. Так, здесь у нас проблемка была. Аномалия какая-то. Тут, надеюсь, нету? Тут нету. Насколько я помню. Лучше не делай этого. Почему? Давай-ка пошли. Секретный вход. Ты там закончил с подрывом? Чеши на место сбора, я тебя отметил на карте. Так, где он меня отметил на карте? Ага, я понял. Все, иду. Не могли ближе метку подставить для сбора. Ну капец, сейчас оббегать теперь. Сейчас мы заберем артефакты, на которые меня бандос скинул. Ну, я надеюсь, что мы заберем. Надеюсь, наш друг нас не кинет, блин. А то всякое может быть. Вот я смотрю, в игре много очень кидают. Сталкера. Основном сталкера, кстати, кидают. Бандос пока мисс один раз кинул, а сталкера меня, блин, дофига раскинули. Но в основном только новички. Про стареньких я ничего сказать не могу. Сохраниться надо не забыть. Обязательно. Потому что время на бег тратим очень много. Ну и как бы на зоне нашей жизни тут вообще это в любой момент может прерваться. Уже видели это 1000 раз. Блин, испугался, я моргнула как. Болото, походу, какое-то. Я на месте почти. Еще скажите, что вы меня сейчас запарили и ждали. Смотрим, да? Наблюдаем. Что там? Давайте тоже посмотрим, постоим. Я никого не вижу. Они, наверное, все спят. Все в сборе, да. Да, спят они все. Как родники. Все, пошли, давай. Давайте, мужики, я за вами. Что так дышим-то? Курите много, что ли? Еще раз сохранимся. Перед входом. Ох, испугался, блин.
Думал, что-то бомбануло. Ну все. Мы, можно сказать, почти на месте. Как будем двигаться. Интересно, то, что бандосы своих же бандосов кидают, это нормально? Ну что такая красивая? Ну все хорошо. Не брал я, татарин. Не... Все, все, все спят, можно действовать. Так, пока мы будем разбираться с дверью, ты иди и ищи, что тебе нужно. С тобой пойдет мой кореш, как без, так безопасно. Ну все, понял, давай. Пойдем искать, что мне нужно. Так, они там ломают, походу. С тобой пойдет мой кореш. А где кореш-то, блин? А кореш-то куда-то делся, да? Давайте вот тут пройдем сейчас. Залезем через какую-нибудь дырочку. Типа вот эту, да? Так, сохранить. Вовнутрь мы же тут сможем пролезть? Я думаю, сможем. Не можем, да? Это печально. Давай, значит, выходим отсюда. А кореш-то не пошел, получается, со мной. Так, отсюда мы сейчас заходим. Я так понял, мы идем к этому. К главному бандюге, блин. Козлине этому. Монголу. Который нас киданул тут, блин. Да. А вот это что у нас за метка? Тоже в подвале где-то. Она нам по сути не нужна. Нам нужен монгол, блин. А его и нету. Прикольно. Кейс. Забрать. Еще бы вот сейф надо было бомбануть-то. Опять не сюда зашли, как всегда. Нам нужно как-то вот вниз куда-то спуститься, блин. Только вот как это сделать? Вниз, вниз прям. Сталкер, помоги. Меня порешат скоро. Привет. Ты кто таков будешь-то? Не мой меня кличут. А, все понятно. Ну, конечно, поможем. Только вот как... Что-нибудь придумаем. Где-то спуск в подвал должен быть, по-любому. Вот как ни крути. Где вот он? Тут все спят, это понятно. А спуск в подвал где? Помочь нашему-то брату. Вот он, наверное. Отлично. Мужик, помоги мне. Вытащи меня отсюда. Да. Пульт управления находится на стене. Где? Точно? А то я сейчас своих подставлю, блин, капец будет. Че, как сигнализация? Спасибо, мужик. Я твой должник. Давай, выходи. Так, знал бы ты, какие я планы побега строил. Ну, это все понятно. Дружище, будешь в баре, найди меня. Обязательно. Все, хорошо, найду. Давай, пока. Так, теперь нам нужно к свободе, да? Ой, к свободе. К пацанам вернуться. А к пацанам нам надо вернуться через второй этаж. Тут, по-моему, есть проход к ним. Нету? Что за фигня? Ну, придется опять в обход бежать тогда. Так, в обход, в обход. Быстрее, быстрее, давай, давай, бежим.
все равно бандюги молодцы. Помогают, блин. Так, открыли они, да? Без бандюг мы туда бы и не попали никогда в жизни бы. Прям капец. А вот и пропавший сталкер. Ну ни хрена себе здесь добра! Давайте, пацаны, по-быстрому сгребаем все самое ценное и линяем. А то еще эти чубрики проснутся. А мне кажется, они еще проснутся. Мы сейчас хапнем горе. Короче, сейчас пойдем и покажем этим крысам, как чужое хапать. Ура, им ублюдков! Все. Нам хана. Тихо. Я что-то слышал. Там хана. Вали, петухо! Обед вам, падлы! Короче, пацаны! Я остался один. Я остался. Надеюсь, я куда-то убегу. Да, жестко-жестко нас тут встретили. Мы вообще ни одного минуса не сделали. Двигаемся дальше. Зря так поступил, сталкер. Живым теперь ты отсюда не уйдешь. А я думаю, мы уйдем. Оп, мы тебе ща кровяночку топу. Минус два. Минус три. Есть еще желающие, а? А? Козлы. Будут они мне еще угрожать, блин. Мы всех кто-то перестреляем. Так, фонарик у нас даже где-то был. Насколько я помню. Я мы еще и налутаем тут их. Отлично, патрончики нам принес. Хлебушек мы, конечно, съедим. А? Хорошо. Колбаска, патрончики. Ой, молодцы какие, послушные мальчики. Так, это у нас кто такой? Это автомат, пулемет. Так, кушаем, конечно, колбаску. Пьем водичку. Так, а мы же вниз пойдем наверняка спускаться. Блин, а вот это вот опасно. Если вот куда это? Че, прям вообще нереально? Пройти прям? Нет, мы тут никак не пройдем. Мы тут прям все, можно сказать, взаперти. Идем, идем по-тихому. Все нормально нам, потому что прям вот сюда наверняка идти. Там прохода наверняка нету. Уходи отсюда, мужик. Я понимаю, уходи, не уходи. Но мне надо что-то делать, как-то пройти. Капец, это вот так вот помоталось, покрутилось. Мне аж это, голова закружилась. По-другому.
по-другому никак, извини. Я пойду. Страшная, капец как. Что тут у нас? Ружбайк 85, выстрел, это выстрел, прикольно. Давайте возьмем-ка ее, может, интересная штука будет. Кого-то залутали, короче. Так, мы идем вот сюда, значит. Опять охраняемся, потому что мы не знаем, кто там будет за каждым углом. Я покажу, блин, бакланом меня называть. Просто страшно, прям капец было. Понятно, что они меня вытянуть хотят. Давайте, идите сюда. Кто смелый? Граната есть? Вот сейчас бы гранату бы нам. Гандур! Есть там? Как думаете? Это есть еще, чувак. Пацаны! Пацаны, меня убили. Так, ну с ними справились. Поэтому можно делать перезапись смело. Тут у нас что? Тут ничего. Тут долгаши у нас, блин, это. Калашку-то это заберем, в принципе. Ну, гранатки-то были. Блин, а ходить-то все мы еще и не сможем уже. А это плохо. Давай-ка мы... Допустим, вот этот скинем. АК-74. Так, дальность 200 метров. Тут, блин, все более-менее, по-моему, одинаково, да? Ну, это прикольнее вроде. Но тот зато продать можно. Прям 100% продать можно. Я кого-то слышу. Слышу, но не вижу. Кто-то, наверное, страшный. А, тут зомбаки. Ох, что это такое? Это что за фигня?
Как это так бывает, работает, вообще не понял. Вы хотите, чтобы я гранату взял или что? Так, давайте посмотрим, как пользоваться гранатой. Гранатой пользоваться наверняка. Слот ее вот сюда куда-нибудь. Возьми в руки гранату-то. А? Нельзя. Я понял. Я понял, что нельзя. Что делать будем? Не трогай их, или я кишки тебе выпущу. Я понял. Трогать их нельзя. Мы, значит, не будем их трогать. Слепые, по идее. Доченька, какая большая, в кожу не вернется. Зоя, Зоя, Зоя. Да поюка, дорогой, охуя срать, да поюка. Как мне пройти? Он мне мешает. Куда я поднялся? А, я понял. Мы прошли нормально. Тут гранаткой бахнули. Так, их мы прошли. Тоже опять сохраняемся. Сохраняюсь, потому что никому же не в прикол так по 100 раз вот это все одно и то же смотреть. Так, выбраться мы тут не смогли. Вот нам капец как надо. Нам капец как нужно... Как ее там? Батарейка, которая сейчас кончится. А у нас ее нету. Комната опасная, наверное. Да, блин, батарейки продали мы. И вот еще под последний момент прям сам. Ты тоже скоро сдохнешь. Мы сейчас поищем у них батарейки. Че, пустые прям? Че, прикалываетесь? ПК берем. Куда ни пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот чертов. Привыкнуть невозможно. Чепурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. Шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернул же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать. Пенсия, дача, рыбалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертвый давно. А генерал Долга Таченко сейчас уйдет. Скоро. Вернет тундру, мать ее. В места, у богатой дичью. Такая вот справедливость. Так, а куда мне надо? Если что,
будто прохода нигде нету. Значит, нам сюда не надо. Страшно как. Убирайтесь! Убирайтесь все отсюда! Давай чуть назад отойду. Так страшно, блин, они еще и пугают, ё-моё. Чуть батарейка сейчас сядет. А убирайтесь, это... Блин, капец, тут ходы какие, я в шоке просто. Я сказал, убирайтесь! Это что за фигня была-то такая, а? Ты козлина. Он сдох, да? Я так понял. Так, батарейку ищем. Нам нужна батарейка прям. Вот сильно нужна батарейка. Походу без батарейки еще будем двигаться. Тут ладно, выключим пока миссию. Так, у нас кровотечение почему-то. Кстати, собаки. Я слышу собак, а это значит... То, что мы где-то рядом с выходом, по идее. Ох, сука. Мужик, ты цел? Помоги, хреново, капец. Да, рану перевязать. Помоги. Кровь хлещет. Конечно, давай помогу. Только не давай, не стреляй в меня. Жить буду. Ты его видел? Кого? Хозяина, он где-то рядом. Это понятно, та-та. И чё дальше? Куда идти? Чё делаем? Мы вышли. Так, обвалившийся ди... Мне вот тут прям нужно идти? По словам сталкера, которого я встретил, в обвалившейся деревне есть что-то, что нужно хозяину подземелья. Так, ну давай посмотрим. Мы можем, в принципе, это найти вот так, наверное, скорее всего. Так, сохранить. Сохранить. Перезаписать. Так, ну это все мы набирать уже не можем. В принципе, воду могу использовать, по сути. Забрать. Остальное мне, по сути, нафиг не надо. Тут может? Нет, это патроны. Патроны нам нафиг не нужны, опять же. А вот тоже, что мы тут можем найти? Вот в этой прям деревне здоровой. Офигеть можно. Это же не просто так, блин, там одна локация какая-то. И карты тут нету. Я даже не представляю, что мы тут можем найти. Туда мы не можем. Сюда.
Сюда мы можем пройти. Так. Тут ничего нету. Может, там что-то есть? Нету там. Ну, что-то мы по-любому... Во, письмо, наверное. Вот письмо нам и нужно было. Доча. Так, доча. Как вернешься из школы, не забудь покушать. Сделать уроки. Ученые дяди организовали какие-то общие собрания. Ну, это все понятно. Зря ты сюда залез. Да почему зря? Я ж тебе помогаю. Ты что, дурачок, что ли? Я тебя спасу. Чувак, ты не можешь никуда деться, потому что у тебя, типа, невыполненная какая-то миссия, задача есть. Я вот письмо сейчас тебе принесу, и все, все дела. Что, достал? Да-да, вот письмо. Меня по башке сзади долбанули. Ты меня огрел. Я бы отпустил тебя. Но ты оказался слишком любопытным. Это вы что, офигели, что ли, блин? Они мне еще и по шее дали, прикиньте. С кем мне тут биться-то? Вы что, блин? Мы вот так сделаем сейчас. Давайте пока покедова. Сдохните или нет? Вы чё, блин, издеваетесь совсем, что ли? Мне... Дайте мне эту, как её там. Батарейку, блин, срочно. Я ж без батарейки нифига тут не сделаю. Как я мог забыть про это? Грёбаная батарейка. Мне пиздец не нужна. Двери, может, откроются, не откроются. Как я тут шариться могу? Ужас просто. Валяться. Только надо было сохраниться сперва, а не вот так это сделать. Потому что сейчас опять бы нас назад как киданули бы, блин. Фиг его знает, откуда вы двигались потом. Типа обратно возвращаться? Или что? Как это работает? Типа куда не пойдешь, вернешься, да? Мне кажется, знаете, это что за фигня? Да, короче, нужно быстро, типа, пробежать как-то вот это все. Батарейка. Вот батарейка была, было бы прямо замечательно. Ну вы что, сталкерочки, давай, давай. Давай. Давай, я согласен, падаем сюда и пошли вот прям. Жесть. К тому же до выхода-то дойдем. Вы что, гоните? Ha ha ha.
Где я, блин? Я уже заебался. Пошел в жопу. Она, короче, меня постоянно будет возвращать, да, походу? В следующий раз мы прямо отсюда, наверное, пойдем. Так как я понял. Переходим, ладно, эту сторону. Переходим теперь сюда. Переходим сюда. Куда нам тут идти-то? Вот так, прям смело вдоль. Капец, я уже устал по этой фигне шариться. Вы что, гоните, что ли? Как это сделать надо было так? И ничего не сделаешь? Как вот выйти мне? Типа... Где я? Где я? Гоните вообще, что ли? Типа, куда бы я ни пошел, везде вот эта проблема, блин. Так, что там еще мне надо исправить? Покушать надо? Давайте покушаем, у нас есть колбаска, блин. Чего вы переживаете как-то? Куда мне пройти? Что за фигня творится там, блин? Издевается. Короче, я сейчас до туда дойду, я сохранюсь по-любому. Так, вот тут сохраняемся сразу. Сюда, значит, прям до синенькой вот этой фигнюхи. Переходим вот сюда. Насколько я помню. Тут двигаемся вот до вот этой. Переходим сюда. Идем, идем. Пошли до сюда. Переходим вот на эту сторону. А, вот тут опять сохраняемся. Я теперь шарю. Тут нам надо, типа, куда-то пробраться, да? А тут прохода-то нету никуда. Вот сюда, типа, есть проход. Как вот туда пройти?
Как-то видим? Видим. Так, точку... Хотел сказать, точку телепортации мы прошли. Это он меня вернул, да? Куда-то. А куда? Давай, давай, мы тут уже запомнили, как ходить же, да? Наверняка. Так, мы готовы. Куда нам тут надо? Мы можем как-то пробраться или нет? Типа перепрыгивая через вот это все. Можем или нет? А, мы туда можем это все порубить, типа, блин. Да. Ну это жесть. Что, не придумал? А как мы тут можем пройти вот это вот дело? Никак же. Она же непреодолима, по идее. А, это чисто пугает, что ли, только и все? Вы погибли. Так, я вас понял. Я вас понял. Так, мы же пролезли как-то в это все. Мы смогли или не смогли? Что мне с ним делать? Мне нужно как-то взорвать его, может? Давайте взорвем. Вообще не проблема. Сейчас мы его взорвем. Тот же, да? Как мне это убить? Кто знает, кто в курсе? Народ. Давайте, подскажите. Мне его, наверное, сюда вытянуть как-то надо. Оттуда вот. Чтоб типа на равных. Что за хуйня? Он меня вернул еще дальше? Уж нет. Мы и так не согласны. Давай. Загрузить.
Максимально тяжко. Уж нет. Мы его еще взорвем, короче. Что-то я не спрятался, да? Может, фонариком надо его светить? Что там? Давай-ка сохранить, сохраним вот сюда. Теперь я погиб от этих еще добавок. Они меня сильно жгут. Thank you.
не знаю, как его убивать. Я не знаю, вот честное слово, я не знаю. Как тут быть, что тут делать? Это ужас просто. Нужно, чтобы он меня почти не видел, да? Получается так. Ладно, давайте дубль 2. Ой, дубль 289, блин. Это мне больно было. Я прям не знаю. Я его убил? Как я это сделал? Это же нереально. Как я это сделал? Сохранить. Вот так вот. С ума сойти. Я это сделал. Я его убил. А, теперь я могу идти дальше куда-нибудь, да, наверняка? Потому что, типа, я его убил, он меня возвращать теперь не будет. Это тип странный. Все, можем двигаться дальше. Батарейки у меня нету. Давайте пока не составим ее. Я бы вот хотел бы вот тут взять и так просто и выйти бы. А вот не даст мне это никто сделать, походу. Может тут? Нет, тут нельзя. Валим, валим отсюда. Я вот прям хорошо в радейку, да, вляпался, походу. Прошли уже хорошо. Я не пойму, как я это сделал, но я это сделал. Да получается, в голову просто ему влепить надо было, что ли? Народ! Народ, это бинго, мы, блин, прошли. Я в шоке. Это просто жесть. Это просто жесть. Я думал, я отсюда никогда в жизни не выберусь. Оказалось-то вот спустя целый час я смог добраться до конца. Я в шоке. Нет, ну они капец, они жесть сделали просто. Я уже хотел плюнуть на это все. Я уже не знал, что делать. Как с этим быть? Куда стрелять? Как его убить? Если он телепат, значит, наверное, в голову надо.
Главное, до этого столько я по нему стрелял. А тут-то в голову просто бах, пару выстрелов и все. Может, даже не пару, а один выстрел. Это было жестко. Топор, ёкарный бабай, ты где был? Я уже подумал, ты сквозанул своими артефактами. Давай, делай на базу. Я остался быстро. Живой, да? Я еще и на складе оказался. Блин, я так рад, народ. Блин, спасибо. Ну, короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне понравилось. Всем спасибо. Всем пока.